Первый канал и Красный квадрат представляют. Первый канал представляет большие гонки. Меня зовут Дмитрий Нагиев. Мы идем на Париж. Дамы и господа, команда из России. Тёрди, калачи. Капитаны команды. Актер театра и кино. Народный артист России Валерий Золотухин. И легендарная советская конькобежка. Шестикратная олимпийская чемпионка Лидия Скобликова. Тренер команды Ольга Слуцкер. Поехали! Сегодня нашу сборную поведут за собой любимый всей страной актер Валерий Золотухин и Лидия Скобликова. В этой игре за сборную России будет биться команда «Тертые калачи». В ее состав входит чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк, один из самых титулованных футболистов России Андрей Кончельскис, актер Артем Ткаченко, боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, телеведущая и главный редактор глянцевого журнала Екатерина Одинцова, певец Алексей Чумаков, певица и телеведущая Юлия Ковальчук, кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике Анна Михайловская, мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике Геннадий Савельев, а также кандидаты в мастера спорта по спортивной гимнастике Артем Воинов и Андрей Акимов, тренер команды Ольга Слуцкер. Сегодня очень ответственная игра. И собрали самых сильных, я так считаю, это мое мнение, что у нас самые сильные, самые ловкие, самые боевые. Девчонки самые красивые, самые верткие и тоже самые быстрые. И мы вперед, только вперед, мы победим. Валерий Сергеевич. Я желаю, чтобы ваша команда пролетела молнией через сегодняшнюю игру, чтобы не было травмировано. Я бы сказал, у вас более распиаренная команда. Там у вас и чемпионы, у вас и там певцы, и там актеры. Внимание, кричим вместе. Выпускайте бычка. Итак, дамы и господа, начался конкурс. Да, оно вышло. Давно я не видел этого. Выглядывает Емельяненко. Ого-го. Ох-хо-хо, да. На самом деле лучше не рисковать, поскольку наши ребята действующие спортсмены, и любая травма может сказаться на днях, неделях, месяцах перерыва. Время вышло. Стоп. Это один из самых сложных и травмоопасных конкурсов. Крестовый поход. Паутине. Итак, в этот сложный конкурс с паутиной заявлены Юлия Ковальчук, Артем Ткаченко, Катя Одинцова, Анна Михайловская, Александра Костенюк, Артем Воинов, Андрей Акимов, Геннадий Савельев. Центр, край, центр, край. Сейчас вот мы проверим, насколько наша команда сплоченная. Вот в этом конкурсе как раз. Потому что когда у тебя на двух человек приходится три ноги, вот это, мне кажется, непростая задача. Со стороны кажется, что да любой это может сделать. Это знаете, как у нас в России с футболом обычно. Да я с трех метров, да в девятку, сниму паутинку в уголке. Но это только кажется, это очень сложный конкурс. Это все, 3, 2, 1, старт! Итак, дамы и господа, старт для российской команды. Как бы ни выглядели тщедушно или крепко спортсмены, в этих ужасных костюмах все одинаковые. Хорошо, пока хорошо идут и девочки, и мальчики. Ну, кто бы с ним сомневался, что первой до серединки доберется Юля Ковальчук. Юля цепкая такая, и поет хорошо, и ножки хорошие. Есть люди, которые везде проявляют себя очень и очень грамотно. Сложно, как сложно, когда ты
привязан, просто какая-то фантасмагория. Ковальчук, Михайловская, вижу, вылезли уже. А теперь дело за нашими парнями. А дело-то у них просто труба. Помогают себе ребята, что там отчитывают. И раз, и раз. Хорошо, хорошо, наши прошли. Но наши-то наши. Это половина наших. И вы помните, да? Пройти половину пути это не считается. Дистанция должна быть пройдена вся. Финальные ребята завершают дистанцию. Кто-то там замешкался, трусами зацепился. Сейчас все, наши завершили. Время вышло. Стоп. Какая тактика была обговорена у вас? Тактика главная, что говорить друг другу о том, что думаем, и какой ногой шагаем, и действовать в команде. Да. Ну и вопрос, наши телезрители, пышные формы мешают или помогают? В глобальном смысле. В глобальном даже спора нет. Помогают без вопроса. В этом конкурсе имеет значение только то, как ты мыслишь. Мы очень сильно переживаем, мы, конечно, болеем за наших белорусских братьев. А сейчас в данный момент мы идем прям ноздря в ноздрю. Вот, с ребятами в красных футболках, с командой из Китая. Конечно, победит дружба, но я надеюсь, что победит все-таки Россия. Первое место займем мы. Так, за моей спиной готовится следующий предпоследний конкурс сегодняшнего вечера. Пьяная женщина. Пьяная назад. Вишня. Итак, от нашей команды в этот конкурс заявлены Александр Емельяненко, Саша Костенюк, Юлия Ковальчук и Анна Михайловская. Хороший состав, хороший. Россия! 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 Вот Россия, вот Белоруссия. Все готовы? Внимание! Три, два, один! Старт! Дан, понеслось! Саш Костенюк побежала, бабах, падает! Практически невозможно удержаться на этой крутящейся центрифуге. Вау, вау, вау. Посмотри, казалось бы, ты уже на финише. А придется еще целый круг дополнительный делать. Ничего не получается. Ковальчук стоит. Хорош. И из себя выходит Саша. Да, Емельяненко бежит, улыбается. У него очень тонкая грань между улыбкой и оскалом. Есть еще брат, Федя Емельяненко. Россия! Ну, это вообще гордость России. Ну, поверьте, что нам и Саше Емельяненко тоже хватит. Хотя живым не дамся. Артерию-то вот здесь я перекушу. Мой сосед снизу толерантность. Я, говорит, проявляю толерантность. Вчера, говорит, разобрал носочки свои. Получилось 50 носков. Димон, 50 носков – это не 25 пар. Это, блин, куда ты? Я слышал, они примерно так же общаются с Алексеем Чумаком. Чумаков говорит, можно я пойду? Стоп! Время вышло. Наши ребята просто фантастические, молодцы. Мало того, что я вначале говорила про сообразительность, они настолько выносливы, они так хорошо подготовлены, так внимательны друг к другу. Фантастика. Ощущения? Все отлично, мы победили, это самое. Скажи, пожалуйста, на носу у тебя просто крем, надеюсь, да? Это крем для бритья, на самом деле, да? Ощущения? Супер. Конкурс прикольный, интересный, но я думаю, что это самый сложный конкурс, который вот что я... Китай 1 балл, Франция 2 балла, Белоруссия 3 балла, Россия 4 балла. И везение у Гены Савельева не занимать. Это финиш, думаю, что чемпионом. Да, чемпионский финиш российской команды. Красавцы! Потрясающе сегодняшняя игра была. Мы лидировали просто начиная с первого конкурса. Замечательно! Колокольный звон на центральной площади. Бежит народ из ближайшей ратуши. Уставший гонец с опоздалой вестью. Мы чемпионы! Первый канал представляет большие гонки. Мы пришли на Париж. Меня зовут Дмитрий Нагиев. Удачи вам, любви и терпения. Все, пока! Пока!